Привет всем! Сегодня мы будем проходить самую интересную миссию в Снайпер Элит 3. Охоту за серым волком, где мы будем убивать Гитлера. Что ж, не буду затягивать. И начнем игру. Так, давайте мы подготовимся к этой игре. Так, набор альфа. Что у нас здесь? Гейвер, Томпсон, Велорад, две гранаты, два винта, две аптечки. Ну, в принципе, все путем. Можно играть. Начать. Забегу немножко вперед, скажу, что убить Гитлера здесь можно прям кучей способами. Я вам покажу самый оригинальный, ну и немножко расскажу обо всех. Что ж, начнем. Приятно снова быть здесь. Снова быть здесь? А когда ты здесь еще был? Так, 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 стойте. Тут можно сразу затариться. По полной программе. Так. Раз. Так, там пока никого нет. А тут у нас что? Ух ты. Ух ты. Информацион bleibt. Так, давайте-ка мы отсюда уйдем немножко. Обойдем их с другой стороны, чтобы было веселее. Мудаки там стреляют всякие. Там их три штуки. Не получится незаметно сделать их. Так, это мы с этой стороны сейчас обойдем этих непутевых, да? Обходим, обходим, обходим. Угу. Досвистелся. Так, знаете что? А давайте-ка мы их немножко отвлечем. И возьмем немножко гранату. А ну? Ах ты. Гад. Так, это значит, мы на гранате только одного подрывали. Совсем не интересно. Ну что ж, не важно. Так, это типа меня снайпер пытался заметить или что? Гейвер, гейвер. Вот откуда у обычных офицеров патроны? Сильно. Ничего не найдено. Так, у нас еще остался последний претендент. Тоже гейвер. Да что же вы все такие снайперы? Так, а что у нас здесь? Ух ты. Все, что ли? Похоже, что все. Ой-ой-ой. Это их там много сильно. Так, ну, сейчас мы этого отвлечем.
Замечательно. Так, эти два товарища здесь. Что ж, опять пойдем на хитрости. Оба. Ага. Секунды. Давайте, идите. Так, один пошел сюда. Один пошел туда. Ах ты. Так. Нормально, сейчас обойдем с другой стороны. Эти пока что даже и не подозревают, что я здесь. А, вон он. Все отлично. Так. Сколько до них? 78 метров. Чего? Кто там еще ходит? Ладно. Будем осмотрительней. Ух ты. Ух ты, резкий и дерзкий. Что у нас здесь? Где-то я там видел, ходил. Так, там двое, там трое. Так, что у меня сейчас? Кирпич. Еще раз. Не понял. Стоим? Ух ты. То не один, а теперь все. Ты сюда иди. Вот засранцы. Ну ладно. Сейчас я вам устрою. Мудаки. Отлично. Вот это я спалился. А где он вообще? Ух ты. Так вот да. Ух ты. У
Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Ой. Ух ты. Это было больно. Близко ты подобрался. Черт. Хотел двоих сделать, в итоге промазал. Поспешил. Да ладно. Отлично. Тщательно. Так. Где-то кто-то еще орет, но я не вижу где. Вижу его. Где ты меня видишь. Ух ты, их там двое. Что ж, тогда мы поиграем немножко по-другому. Их тут трое. Уже один. Уже ноль. Обыскивай. Ничего не найдено. Ну и ладно. Так, больше никого нет. Замечательно. Где кто? Вот эти посторонние звуки меня иногда напрягают. Всех убило, такое чувство. Ух ты! Нифига себе. Я этого не видел. Круто. Так, туда куда-то можно пройти. Так. А что это у нас такое? Так, соберем. Опа. Подтвердить. Визит фюрера. Это правда, что фюреры на пути сюда. График делает это дело, но мы не готовы. Отлично. Так, парочка считает, что это один двойников. Некоторые из прибывших недавно клянутся, что видели его в другом месте. Но, ага. Ясно. Мне нужно быть тише. Подтвердите цель. Время веселья еще не пришло. Так, значит, нам нужно найти какие-то записки. А, их искать не надо. Так, что я сюда залез? Ух ты. Дверки можно открывать. Это круто. Так, нет, сюда я точно не пойду. Thank you.
ты. Вот как всегда. Один раз выстрелишь куда-нибудь по воробьям, всех перевалишь. Тут прицельно стреляешь и ничего. Так что тут ничего нельзя подобрать. Так, это винтовка какая-то не очень. Нормально, меня никто не ищет. Сейчас я пойду с тем непутевым рассчитаюсь. Что мне по-любому надо сюда пройти. Да что за ерунда? Тут нет ничего. Но может там что есть? Так, а как тут пройти на ту сторону? Ага, ладно. Я понял. Так. Перепрыгнули. Там никого нет. Кто-то меня запалил. Все, меня никто не палит, отлично. Нашли какие-то записки. Так, соображение имели флот. Я готов поклясться, что фюрер Великую войну служил в баварской армии одном из резервных полков. Но сегодня утром история о том, как он бился при Скагераке. Скагераке, да. На борту Дерфлингера. Я. Но не знаю, кого спросить. Так, ну нормально. Одну хрень мы нашли. Теперь нам нужно туда. Эй, 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 ползи. Обнаружено тело, ну и чего теперь? Ну, обнаружено. Так. Там двое. Туда попасть сложно. Ладно, давайте сначала заберем как-нибудь документы. Правда, я понятия пока не имею, как это сделать. Ах ты! Черт. Очень плохо. Очень плохо. Ладно, я хотел мирно. Сами напросились. Ой-ой-ой. Мне не нравится здесь заторможенная эта реакция немного. Так, где мы? Ух, ё. Ладно, хрен с ним.
Да не болит. Куда-то я вообще не туда пошел. Все нормально. Да встань ты уже. Как все это бесит. Хочешь пройти тихо, незаметно? Нет, блин, тебя кто-то доспалит. Ой. Я знаю, что смена позиции успешна. Залезем сюда. Замечательно. Давай, иди сюда. Отлично. Готов. Ух ты. Так, где эти бумажки чертовы? Ты уже заходился. Да, отлично, мы их уже читали. Теперь бы мне как-то на ту сторону попасть. И как это сделать? Это нужно только слазить вниз. Ну, в принципе. Так, вроде никого. Я ж думаю, не убьемся. Нет, отлично. Кто-то так отчаянно пытается меня запалить. Короче, диверсию мы устроили путевую. Так, армия или флот? Я готов поклясться. Ну, стойте, это что? Вторая точно такая же записка? Неинтересно. Так, короче, нам нужно куда-то шуровать далеко. Тут еще нас палят. Короче, вообще весь букет. Так, раз. Если залезть наверх. Отлично. Или не отлично. Черт. Нормально. Что
что их здесь сильно много. Так. Мне нужно сейчас сделать этого. Офицеришку. Будешь знать, козлина. Бегают, они ищут меня. Так. Я вот думаю, устроить им диверсию или нет. Так, оно может тут что-то есть? Ух ты. Вау. Вот это класс. Шикарный вид. Вот мне интересно, куда эта снайперская позиция ведет? Круто. Вообще бомба. Жесть. Ладно, не суть. Как мне попасть туда? Это больше меня волнует. Интересно, здесь можно перелезть? Так, ну падать там далеко. Здесь перелезть нельзя. Черт возьми. Что тебе надо, ты? Непутявый. Короче, уровень очень и очень сложный. Убить Гитлера не так уж и просто. Как это кажется на первый взгляд. Так, здесь какая-то тварь ходит. Черт побери. Запалился по полной программе. Нормально. Мы куда-то выдвинулись. Так, какой-то офицер. Куча народу, я понял. Ух ты. Легкий способ скрыться. Дорогие друзья, на заметку.
Нормально, постой, покури. Чёрт. Чёрт. Ладно. Я понял. Да быстрее же ты его убивай. Ой. Бесит. Так, куда я там шел? Короче, все, надоело мне все. Я буду стрелять по-жесткому. Жопа во всем, мудаки. Я буду убивать. Кто ты побежал, придурок? Ты, конь, иди сюда. Твою налево. Умри. Ладно, будем ждать гостей. Кто там еще есть желающие? Надоело мне тихо, спокойно проходить. Это неинтересно. Ребятки, ищите, так ищите. Теперь вам уже не отмазаться. Теперь что, все? Вот так всегда. Не, чуваки, я теперь не буду тихо работать. Я теперь буду уничтожать. Да видел я этот уже ролик, давай быстрее заканчивай. Так, для начала я уберу вот этого чудика. Его нельзя убрать. Не, как-то можно, по-любому. Это радист, что ли? Нормально, как живой. Ах ты. Так, больше я никого не вижу. Курить вредно. Мама не научила.
Так, а что у нас здесь? Класс. Привет. Ух, сколько их там много. А, у меня и так камень. Знаете что? Давайте их, малёха, расшевелим. Так, заодно увидели, где еще есть двое. Уже один остался. О, замечательно. Выглянь. Молодец. Где он? Думал, спрятался. Не тут-то было. Так, я так понял, офицер оставил здесь для меня что-то. О, карты. Эй, карты, собирайтесь. Вот так всегда. Так. Это собирай бумажечку. Когда я был в Берлине, так. Берет ложку в правую руку и пьет суп. Угу. В правую руку и пьет суп. Выберите выгодную позицию. Даже обыскивать не буду. Уже не вижу смысла в этом. Потому что сейчас, буквально через пару минут, мы будем убивать Гитлера. И сейчас я покажу, как это сделать очень оригинально. Я узнал достаточно. Надо приготовиться к его прибытию. Приготовимся, как же. Займем позицию. В общем, сейчас я покажу, как это сделать оригинально. Так, вот и приехал наш фюрер. Чувак, недолго тебе осталось. Определить личные цели, исполнять личность цели, исполнить приказ. Замечательно. В общем, в чем заключается оригинальность? Оригинальность заключается в следующем. Сейчас вы увидите, в чем. Я думаю, шикарная катсцена, дорогие друзья. В общем, это самый оригинальный способ, как убить Гитлера. Сейчас мы немножко убежим отсюда. Так, готов. И там еще кто-то есть. Сейчас нам нужно рассчитаться. Замечательно. И в принципе теперь нам уже ничего не мешает отсюда убежать. Мы убегаем, убегаем. Да, в общем, все круто, вы поняли, где это.
Нет, стойте, где тут загрузить последнее? Нет, 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 нет. Ладно, загрузить последнее сохранение. Почему-то я чувствую дежавю. В общем, это первый способ. Второй способ — это отметить все транспортные средства и сделать вот так. Но это очень глупо, безрассудно. Ну, короче, тут все сейчас начнет взрываться. И, в общем, еще одна прекрасная катсцена. Просто замечательно. Ну и заодно мы избавились от парочки нежелательных лиц. Сейчас мы пробежимся сюда. Да, я здесь. Привет. Привет. И, в общем, как вы поняли, мы опять убегаем туда, к выходу. Загружаю еще раз одно сохранение. В общем, в чем заключается следующее? Вы, если очень ленивый, то можете подойти сюда и подождать, пока фюрер начнет уезжать. Потом вы встанете, прицелитесь и расстреляете его. Но это способ такой не очень. Есть еще один классный способ, как сделать это бесшумно. Вон у нас стоят бочки. Мы, короче, ждем, пока фюрер будет уезжать. Ну, кстати, можно за ним проследить. Да, вот такое вот видео, если вы вдруг его прошлепите, то он будет уезжать. Ну, это, в принципе, ничего страшного. Ну вот, как я говорил, можно стрелять отсюда, со снайперской винтовки. Ну, а можно побежать вот сюда, по-моему. Да, достать снайперскую винтовку, прицелиться, подождать, пока он доедет до туда, и выстрелить. И, в принципе, будет еще одна прекрасная кат-сцена. Машину перевернет, его накроет. И, в принципе, по-моему, даже никто не должен будет услышать о том, что вы здесь нащудили. Ну, сейчас мы это проверим. Нет, все-таки... Все-таки услышали. Ну, ничего страшного. Этот раз. И здесь два, да? А, нет, все, больше никого нет. Ну что ж, тогда вы спокойно сможете опять убежать. В общем, не суть, есть еще один способ, как это сделать. Ой. Да, можно застрелить его так. Но жалко, жалко, очень жалко, что это... Немного не то сохранение. Так, опять тут два... Непутевых. И, в общем, убежать можно. Еще одно классное, это я могу показать здесь. Вы, короче, можете стать здесь, достать гранату, самую обычную гранату, и подождать, пока он будет проезжать. И просто, когда он будет проезжать вот под этим местом, это будет видно, вы можете кинуть гранату, и, короче, все будет прекрасно. Машина взорвется. Еще один способ для ленивых — это спуститься вниз, поставить где-нибудь на дороге, ну, приблизительно вот там, фугас, и наблюдать, можно отсюда. А можно и отсюда. Но история может не согласиться. Ну, в общем, как-то так, дорогие друзья. Мы убили Гитлера. Ну, точнее, скорее всего, мы убили его клона, настоящего Гитлера. Мы-то знаем, как и при каких обстоятельствах убили. Но не суть. Получается, что теперь мы полностью прошли Sniper Elite 3. На этом, в принципе, обзор и прохождение игры заканчивается. Что ж, мои пожелания вам пройти эту игру быстро, сочно, вкусно, чтобы вам полностью все понравилось. Ну и, естественно, по возможности проходите полностью, чтобы... полностью модифицировать все свои оружия, и в конце вас будет ждать приятный сюрприз. Что ж, на этом все, до скорых встреч, дорогие друзья.